Всем здорово, пацаны, с вами Ава. О, привет! И сейчас вам расскажу об новом обновлении сервера с Модрайм ТА 1.5. Поехали! Как вы знаете, вчера на сервере Смотрам ТА на всех трех серверах вышло обновление 1.5. Добавили кучу нового и кучу старого. Но такого ж интересного почти ничего нету. И, конечно, снег забагался, но да ладно. А сейчас я вам кратко почитаю ChangeLog. Это специальная такая запись, в которой написано, что заменили, какие тачки добавили, какие убрали и что интересные новые фишки. Я ускорю, конечно же. Неработающие радиостанции убрали, фиксы текстуры асфальта, изменен транспорт для новичков, потом добавили 5 новых материалов для прокраски, это акриловый, матовый, современный и хромированный хамелеон. Короче, это 5 цветов, я, конечно, вам все это в конце покажу. Обмен количества всех имеющихся дисков на сервере, как видите, у меня восаны вообще поменялись по-жесткому, они не такие были. Частично изменена часть старых колесных дисков, добавлено 10 абсолютно новых дисков, теперь их 343. Обновлена покраска колес, перенесена в винил студию. При покупке автомобиля салона может выпасть случайный материал для покраски. Добавлен голосовой чат, кстати, голосовой чат открывается на Z, как вы видите, вот вверху у меня такая... звук появился. Но мне это неудобно, потому что мне на Z это панель ютубера. Это пипец как неудобно. Я даже не пользоваться не буду, потому что он какой-то недоработанный. И он немножечко это... тихий. В F1 добавлена кнопка принудительного отключения голосового чата, чтобы вам не флудили. Также на кнопку L у вас включается меню обновлений, доска обновлений. Здесь вы можете посмотреть, сколько всего продается, ё-моё. Недвижимость. Если, например, зашли в бизнесе компания, продам бизнес 30к, нажали, и вот он написал, и можно написать в F9. Что до F9, то, блин, а чё ещё нажал? Где это L? В F9 добавили новый значок, сейчас я вам покажу. И также я хотел передать привет Ange of Dead и... Отличник, привет. Короче, я потом вам покажу новый. Также BMX добавили, короче, для тех, у кого нету тачки, можно проездить. Они используются там на больницах, в скейт-парках, на спавне. Добавили новые винилы. Для автомобиля дешевле 1 миллиона рублей остался старый классический спидометр. У меня уже E39, она считается более дорогая, и у меня уже новый спидометр. Сейчас я вам покажу. Восстановлен новогодний маппинг Las Venturas, это елку там поставили. Фикс проблем с тачками, это M5 F10, 750i, BMW M5 E34, Rolls-Royce Coupe и McLaren B1. Сейчас посмотрим, что до BMW, потому что очень много писали в группе, что E60 там хана просто. И замена транспортных средств. SVR поменяли на GLS, MEMS. C63 новый, который, ну, вернее, новый, средний, который был на сервере, поменяли на Lexus ESF, Honda NSX поменяли на Bentley GT, Lexus RS поменяли RC на Mercedes C63 Coupe AMG, новый этот, 17-18 года, уже не помню, честно. Камрюху поменяли на новую, 32-й Skyline поменяли на C63, как у Пахи ГВ, короче, старый. RX-7 заменили на Zenmo Z10. Удаленные транспортные средства, это Phantom Rolls, это четырехдверный Rolls, Tesla A7, Pontiac, Harley Sportster и Harley Irland. Да и все так. А давайте мы проедем и посмотрим все тачки более подробно. Во-первых, что я хотел посмотреть, это же худ. Смотрите, какой у нас худ красиво появился справа внизу. Слева пишется бензин, какой вы заправили, не надо ломать голову, какой у вас есть. А справа такой вот спидометр с пробегами, с поворотниками. Если включить поворотники, вот мне интересно. Давайте включим по приколу. Только вот. Да, вот, видите? Как они мигают. Только я не понимаю, на худи быстрее или на тачке. Ну да ладно, вот у нас уже первый автосалон японских автомобилей. Давайте зайдем и посмотрим. А диски, скорее всего, я покажу после них или же в конце. Скорее всего, в конце будет винилы и... Это что у нас такое? Вот, E60. Все говорили, что-то с фарами. Давайте посмотрим. Да, они какие-то вообще темные стали, если честно. Ну, пацана, градиент у нас стоит. Так, вот наша камрюха 72 миллиона стоит. Ей 280, если не ошибаюсь. Japan. Распитать тест-драйв. Вот такая вот камрюха. Чё по салону? Салон такой себе, если честно. Ну, блин, на любителя. Я камрюху бы эту не купил. Может, на пару дней так покататься чисто. Но она не очень мне дизайн, конечно, зашел. Я вообще японцев не очень люблю. Люблю больше немцев. Так,
А что у нас здесь? И вот интересно, Zenva тоже здесь или не здесь? Вот тут RX-7 стояла, вот тут. Да, тут вообще ESH-86 картинка, они хотя бы поменяли, что ли. А, блин, осмотровщики. Вот Lexus SF10, 2,1 миллиона стоит, и E267. Lexus мне вообще легковые не нравятся, мне только джип нравится от Lexus. Салон такой себе. Ну, блин, Lexus это та же Toyota, только более дорогая, и все. Это компания Lexus владеет, если я не ошибаюсь, Toyota, можете меня поправить в комментариях. А так уже больше здесь, кажется, вообще ничего. Так, пацаны, заезжаем в диски, покажу вам новые диски и цены, и что можно изменить. Первое, что бросается в глаза, это справа что-то такое интересненькое, да? Ага. Можно изменить, короче, профиль резины, вы понимаете, да? Только я не знаю, приблизить раньше же можно было, а зараз почему нельзя? Вот колесико кручу нельзя, ну ладно. Вот можно низкий купить профиль, стрейч какой-то, средний и высокий профиль, потом... Классик низкий, большой, еще больше. Ну, средний большой. У меня стоит классик большой. Средний. Ну, это по стандарту у меня стоит. Также у меня резина Toya. Стоит, не знаю, сколько она стоит. Ну, типа, это возле колеса, видите, там меняется, типа, название колес. Она мне рандомно, короче, далась. Но самое дорогое это здесь 80 тысяч. Нет, 90 Falcon. Ну и то, не, Bridgestone, такое. Я этим вообще не пользуюсь, давайте вернем по нулям. И каталог колес, да, сейчас я вам покажу самые дорогие диски. 1 миллион рублей. Ну, отец. Я не понимаю, зачем их покупать, но, если честно, мне они вообще не нравятся. Я их ни разу не буду покупать, так что мне это лучше. Так, давайте бобыром я перемотаю все диски, посмотрите, какие... Они обновились, какие лучше стали. Так, пацаны, подъезжаем к винилам. Зачем я залучился, я не знаю. Смотрим. Новый цвет кузова и новый цвет дисков. Я не знаю, как здесь пользоваться, но пофиг. Смотрите, акриловый это такой, как у меня. Он вообще не акрил, он какой-то матовый, если честно. А теперь смотрим матовый за 150 тысяч. Он стоит более насыщенный и более, можно так сказать, что-то матовый. Ну, короче, вот этот цвет, да, прикольный. Ночью он такой темный, прям пипец. Днем нормальный. Давайте цвет металлика. Металлик это более светлый мат, можно так сказать. Она вообще ничего не изменяется. Наверху вот видите, что-то отражается. Типа от металлика. Такое себе. Хром. Хром прикольно. Но на E39 он не очень идет. Но по приколу можно какой-то там типа 222 хром. Цвет мяты повесить. Ну вы короче поняли. Давайте за 200 тысяч самая дорогая покраска. Вот. Ну, хамелеон, если честно, ночью прикольно смотрится, но днем он какой-то там светлый, там, темный, ну, такое. Давайте цвет дисков, а чё по цвету дисков? Говорили, что можно, типа, два раза менять его. А, это на другом сервере, ну ладно. Давайте посмотрим красные диски. Да, нет, смотрите, как красиво просто красится. Хром. А, у меня есть тачка, а цвет дисков не так хром. Так, пацаны, винили. Чё по винилу? Давайте в дрифт зайдем. Наверное, не в конец добавили новые винилы. Red Rod не помню. Вот это анимешника уже не было. Вот это я даже знаю, откуда оно. Оно идет с RCCD. Там на него добавили анимешки. RCCD, наверное, убрал в Drift Paradise. Или другие дрифт это сервера. Куча вот дрифт наклеит. Но не куча, но так нормально. По 600 тысяч анимешники. Ну такое, блин. Уже буду видеть, как японцы будут с этим ездить. Так, кузов. Говорили, в кузов добавили эти буквы после цифр. Да, есть. Можно потом чисто налепить на капот Evan или сбоку Evan. Мне пацан вообще, наверное, еще очень давно обещал тачку под DTSY, если не ошибаюсь. Номер, типа написано Evan, но так мне не подарил. Ну да ладно, бренды. Брендах, кажется, ничего не добавили. А нет, что-то есть.
LTM, Nisma, TRO, Hemi, Yesinos, Revo, Takata, STI. Да-да, Rocket Bunny, да? В конце, да, Rocket Bunny. Так, движение. Движение есть, что-то нету. Элитные наклейки. Такое. А вот мне вот будет интересно, давайте добавим элитную наклейку вот это, мне честно пофиг. И будем изменять цвет металлик. А, вот, видите, жопа меняется. Белая, так. Хамелеон, например, вот. Да, на зеленом есть, что такое. Хромирование. Цвет металлик, акриловый, да. Матовый, матовый тут нормально смотрится. Вот такое обновление, пацаны. Ставьте лайк, если вам понравился видос. Также вы можете посмотреть предыдущее обновление. Вот сейчас две картинки вылезут. Но они не очень такие по звуку, особенно предыдущие. Я что-то забыл изменить звук двигателя, тогда и т.п. Он очень был громким. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите. Скоро, кстати, будет новый конкурс на сервис Матрамта в честь Нового года. Всех с наступающим, всем удачи, пацаны, и всем пока.